Миранда, я готов на все ради тебя. Это я заберу. Стой, стой, стой! Что ты делаешь с чудо-ребенком? Она не ее. Ты что-то сказал? Что ты несешь? Какой чудо-ребенок? Матерь хочет вернуть дочь. Да к черту тебя! Нет, нет, нет! Стой, стой! Заберешь, и все будут насмехаться. Но если я справлюсь лучше не всех, то... Стой! Ну еще минутку! Стой! Что смешно? Тупица! Болтаешь зря. Все кончено. Я перекрыл вход. Ах ты, тварь! Здесь мои... владение. Я тебя не выпущу. Черт. Вот урод. Не уходи. Гадкий Ларисе. Я не отдам ее тебе. Как же выбраться?
хрень? Что это? Что за лаборатория? Что за херню тут делают? Отвали от меня! Лежать, сука! Итан, знаешь, я удивлен, что ты все еще жив. Будет жаль, если что-то случится сейчас. Да, Крис, а что? Ты убил Мию. Убей меня, и дело с концом! Эй, Кэп, датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Что за активность? Кто у нас? Не видно, но мы явно засиделись. И Миранда знает. Эй, эй, ты сказал Миранда? А вы тут при чем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. Что у нас с анализом образца? Он определенно связан с плесенью. Не суйся в наши дела, Итан. Какие еще? Назад! Нет времени. Ты поздно. Миранда уже подготовила церемонию. И послала тебя, чтобы отвлечь меня? Ты жалкий ублюдок. Не издевайся. Нечестно. С ней должен быть я, не ты. Да о чем ты говоришь? Что, блядь, с тобой такое? Я не смогу его удержать. Боже, мама! Почему? Почему? Да что же делать? Он сказал, что выход на воду. Откачать воду. Черт, электричества нет. Если только посмотреть витрину вон там. Заходите еще.
пол. Серьезно?
хочу стать рыбьим кормом. Вонище.
Вот это я понимаю. Круто! Есть!